Я вас приветствую, друзья, с вами Спикер и Ночной Ужас вместе с охотницей в игре Dead by Daylight. У нас сегодня будет охотница, бросающаяся топориками, и, конечно, она будет отправлять новую четверку прямиком в ад. Берем вкусняшки, берем чаек, устраиваемся поудобнее, и наша охота начинается. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. У нас гнилое болото, у нас охотница вместе с топориками, и наша охота начинается. На болоте, конечно, очень сложно поймать выживших, потому что слишком много неровностей ландшафта. Но это будет интересно, друзья. Устраивайтесь поудобнее, и наша охотница начинает свою охоту. Поехали. Где искать нашу жертву? Конечно же, возле генератора. Как ее найти? Напевать песенку, и чтоб ребята боялись. Так, у нас есть домик в центре, и можно с этого домика как раз смотреть в разные стороны. Довольно удобно. Там два крючка есть. Следов никаких нету. И у нас, кстати, сегодня трое выживших. То есть не четверо, снова трое. Мы готовы их истреблять и готовы насадить их на крючок. Но где будет первый шум и где же будет первое движение? Все как на ладони. Но пока что без движения, я никого не вижу. Находится там три генератора, рядышком еще один, и находится... И все, что ли? А, и возле меня находится еще один. В принципе, все, рядышком... О-о-о-о, есть первый шум, довольно хороший шум, бежим туда. Готовим свои топорики, точим топорики и бежим туда. О, сейчас будет потеха. Они точно убежали с этого места. Следов я не вижу, убежали сразу же, испугались и убежали. Я прибежал сразу же и, друзья, оп! Не тут-то было, красотка ты моя, оп, промахнулся что ли, я ни черта не вижу, нет, все вижу, я все вижу, иди ко мне, как она рванула-то быстренько, не-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 не, оп, промахнулся. Нет, какие-то спецэффекты новые от фонарика, это реально очень фигово, я ничего не вижу. Но кажется, пробежал, о, вижу. Я вижу тебя, моя хорошая, эх, не было. Наверх, нет, она наверх ушла. Она убежала наверх, я за ней, она спрыгнула куда-то. Я вижу, куда запрыгнула. Черт, она убежала, друзья, черт возьми. Четыре генератора, она убежала, истекает кровью, и где-то она еще жива. Напеваем песенку и ищем нашу жертву. Так, у меня осталось три топорика. Три топорика, и нужно дело пополнить. О, есть следы. О, второй этаж, прям в центре, бежим туда. Так, можно подняться тут, и как раз попадем в домик. Да, в домике. Тук-тук, кто в домике? В домике у нас никого. Следов не видно, но пытались починить. Так, одна жертва у нас ранена. Походу спрыгнул сразу в подвал. Мы спустимся тоже в подвал. В подвале у нас никого, но там есть топорики. Можно, кстати, взять топорики. Опять топориков пополнили. Пока что шума нет, нужно искать по генераторам. И все-таки, думаю, будет, наверное, ребята его чинить. Вон тот дальний генератор точно. Там осталось буквально чуток. Бежим туда, его проверим. Какие-то появились новые спецэффекты от фонарика, не очень-то и приятные. Нет, даже не пытались починить этот генератор. А в центре дома пытались тоже. Мы пробежимся. Да-д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 а. Чинит. Иди ко мне, красотка. Ох ты да, красивый бросок. Прям в заднее место. Сейчас мы тебя догоним. Слишком много камышей, мы сократим путь. Обалдеть, взяли ее просто с помощью топорика. Берем ее и тащим, конечно, на крючок. Крючок у нас рядышком, так что мы тебя сразу же посадим. Ух, да, сейчас будет потеха. Пыталась починить, у нас есть три топорика, нужно его, кстати, повредить. Потому что он практически уже готовый. Пускай ребята спускают жертву, а вот повредить нужно, потому что реально он практически уже готовый. Повредим и вернемся к нашему крючку. Можно проверить этот генератор. А, спустили жертву.
кстати, тоже пытались починить, тоже практически готов генератор, и осталось 4 генератора, и еще пока что ни одного не починили, но ребята довольно шустрые, я скажу вам. То с фонариком, то спринтер какой-то. А где наш третий самозванец? Тут у нас никого. Так, два генератора находятся сверху. Но они очень дикие, значит, их даже и не пытались починить. Да, здесь все спокойно и тихо. Так что можно отсюда уйти. Пойти нужно в центр. Там точно ребята пытаются его починить. Потому что я там давненько не был. Ох ты, да, я только что про это и прочувствовал. Вон, вижу, бежит кто-то. Или нет, или показалось. Кто-то пробежал куда-то. Так, я вижу, ребята пофиксили. Одного перса не пофиксили. Куда побежит следующее? Ох, и второй готов. Довольно быстро и шустренько. Нужно уже хватать. Я упал вниз. Я упал вниз и прям к нашей жертве, друзья. Обалдеть. Как же повезло мне. Не без везения, конечно же. Она в камышах сидит. О, промахнулся. Ничего страшного. У нас есть еще топорики. Промахнулся. Оп, обалдеть, мы взяли тебя все-таки, как она рванула быстренько, это спринтер наш, сейчас мы тебе добежим, сейчас мы тебя догоним, мне нужно отправить тебя в ад, я хочу увидеть тебя в аду, у меня больше нет топориков, эх ты, черта с два, я бы сейчас кинул топорик и не бежал с тобой бы пол карты, конечно же бы миновала бы, да, готова наша жертва и будет уже на крючке второй раз, пойдем в ад, пойдем в преисподнюю, мне нужно найти топорики, потому что без топориков наша охотница не охотница. Так, есть крючочек, в принципе, о, топорики рядышком, остался последний генератор, и, друзья, нужно что-то делать. Хотя бы две жертвы были бы, там бы другой бы разговор. Но три жертвы и один генератор довольно будет сложно. Ты отправляешься прямиком в ад, а я иду искать очередную жертву. Она еще сопротивляется. Еще 50% у нее есть. Есть шанс, конечно, ей выжить. Так, и находится генератор тут. Один, второй и третий. Смотрите, три генератора и находится очень рядышком. Так что мы одну жертву отправляем в ад. И, конечно, эту ходку можно еще спасти. Тут у нас никого. Проверим вот этот генератор, который находится спокойно рядышком. И нужно бежать обратно, потому что я хочу отправить ее в преисподнюю. Бежим обратно. И надеюсь, она отправится в преисподнюю. Осталось буквально чуток, 30% жизни. Давай же, уже умри. Ну не сопротивляйся. Ну отправь ты в ад ее уже. Сущность. Я не вижу никого. По кустам пошвыряем. По кустам никого нету. Останется последний генератор. Да, кстати, вот эти три генератора остались последние. Ищем последнюю жертву. Да, она в аду. Она практически в аду. Ой, как сколько крови. Кажется, я ранил ее. Я ее ранил или не ранил? Пока что я еще не понял. Я промахнулся. Промахнулся вновь. Но в третий раз я не промахнусь. Уп. Обалдеть. Третий раз я не промахнусь и ее посажу на крючочек. Ну что, друзья, есть крючок, есть последние три генератора, которые будем пасти. Пасти наших телочек, конечно же, на крючке. Ну что, давай же на крючок. У меня, кстати, три топорика есть еще, но я пойду их пополню. Проверим вот тут генератор и вернусь я, наверное, за топориками. Нет, не чинили. Ни черта не чинили, но будет пытаться, конечно, спасать свою красотку, и что она и делает. Ой, я хотел ударить, но не получилось удар, и кажется, я вижу. Я вижу свою жертву. Новое свежее мясо бежит ко мне. Оп. Хе-хе. Оп. Нормально. А бежим вокруг. И бежим по следам. По следам. Кажется, я... Нет, я вижу, он в домик забежал. Он где-то в домике. А, вот он. Вот мой голубь. Ты спасал ее. Нет, топорики. Последний топорик остался. Оставим. Нет, бросаем его. Я промахнулся. Эх, черт. Кстати, пытается починить последний генератор. Очень-очень шустро все происходит. Промахнулся. Куда? А вот он. Стой. Это новое свежее мясо, которое, конечно, еще не было на крючке. Оп, хорошо, мы бежим. И тут-то было. Погоди, мой хороший. Сейчас я добегу. Я налево. А ты направо? Оп. Вот это смачно ударил.
Смачно ударил и где же ты? Так, у меня больше нет топориков, это очень фигово, и мне нужно крючок. Мне нужен свежий крючок. Кстати, пытается починить, я вижу. Генератор очень хорошо завели уже. Давай на крючочек. У меня нет топориков, это очень фигово. Она истекает кровь, я вижу кровь. Я вижу кровь прямо вот тут, друзья. Где-то неподалеку она есть. Наша жертва где-то неподалеку. Топорики сверху. Топориков нет. О-о-о-о, удар. Удар сразу же. Но он бежит. Он убегает. Еще удар, я промахнулся. Не тут-то было. Еще, что ж такое происходит-то? Ах, ловушка, бежим слева. Черт, у меня проблемы, я его потерял. Эх, не тут-то было, моя хорошая. Какой второй раз она пойдет уже на крючочек, я даже и не знаю. Повредим, конечно, генератор и отправим ее, наверное, на крючок. Давай же, друг мой, давай же на крючочек. Нет топориков, это очень фигово, конечно же. Чувак у нас раненый, истекает кровью, а она, кажется, в ад отправляется. Нет, еще жива, еще, конечно, жива. Чувак, конечно, будет бегать, наверное, что-то делать. А я пойду, друзья, за топориками. Так гораздо будет интереснее. Дадим маленько им фору. Пускай спасает красотку свою, я пойду возьму топорики и буду за ними охотиться. Ну что, будет спасать ее, не будет спасать, интересно. Так, осталось 3 генератора все тут, а практически один подчинили. Нет, он ее, походу, не спасает. Нет, он ее спас. Я промахнулся. Эх, черт, я промахнулся. И где, где, где кто? Оп. Черт, черт, черт. Сейчас, сейчас, секундочку. Я размахнусь хорошенько топориком своим и отправлю тебя в ад. Я промахнулся. Она прямо возле места. Обалдеть. Сколько крови сегодня. Сколько мяса. Друзья, она отправляется в ад. Это, конечно, понятно уже. Ух, она будет истекать кровью. Погоди, ее практически уже починили, этот генератор. Пускай повредить его нужно. Где-то прям тут она валяет. Вот, берем ее, отправляем ее в ад. И открывается, конечно же, люк. Давай, 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 давай. Ну не страдай, не погоди, не дергайся, это уже все. Ты в аду. Ты в аду, преисподней. Мне остался последний чувак, который где-то бегает раненый. Но осталось буквально чуток починить генератор. Либо откроется люк, либо будет чинить до последнего еще один генератор. Да, открылся люк, и нужно его где-то найти будет. Найти либо жертву нашу, либо найти тот самый люк. Смелый, не смелый чувак, мне интересно. Я даже не знаю, где его искать-то. Так, следов никаких нету, конечно, будет очень осторожен. Осталось буквально, да, его чуток починить, и он уже откроет две двери. Тут у нас тихо. Если я его увижу, я отправлю его в ад. Это точно. Может дать ему фору? Может отойти от генератора, пускай попробую починить. Либо он ищет люк. У нас тут много ящиков, ищем, ищем его, друзья. Тут нас нету. Он реально отсиживается. У него терпение просто ангельское. А я демон, я дьявол, я его найду сегодня. Так, есть два ящика, надеюсь, он будет. Ах, последний ящик в моей преисподней. Что, друзья, ку-ку, нет его тут, а? Черт возьми. Где же ты, мой друг? Где же ты, моя жертва, третья? Где же ты сидишь у меня, отсиживаешься? Он чинит генератор. Нет, 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 послышалось. Это другой был генератор. У меня послышалось. Так, проверим тут ящики. Есть у нас на первом этаже у нас пару ящиков. Друзья, я вижу его. Я его вижу, он спрыгнул вниз. Обалдеть, я его все-таки нашел. Я потерял его. Я все-таки его нашел, обалдеть. Эх ты да. Ну что, берем его, друзья, отправляем его на крючок. И сегодня поймали всех, кто стоял на нашем пути, на нашей дороге. Мы отправили 3 в преисподнюю. Прям в преисподнюю. Спасибо, кто смотрел, кто поставил лайк и, конечно, написал отличный комментарий, чтобы попасть в топ-комментарий.
Друзья, с вами был Спикер. Всем удачи, всем до новых фотки, до новых роликов. Всем пока.